Как эта штука шумит до смазки. Аккумулятора-то нету. Услышали.
какую отвертку надо вообще-то? Пойдем, очки оденем. Взял другую штучку. Очки. Как говорится, ну и начнем. Так. Кстати, вот это тут никак не блокируется. Чтобы она так не ехала. Опачки, да? Вот она смазка. Ну что, смазки тут вполне достаточно. Все это смазывается. Но мы используем более лучший вариант. Зеленую такую смазку. Ну ладно. Протираем все это дело. Хорошо вращается. Очень хорошо вращается. Thank you.
Так, вот тут этой смазки. Хреново туча. Смазка, видите, какая? Нормальная смазка. Смазка нормальная. Ничего сказать нельзя. One moment. Так, ну как-то так. Как-то так. Почистили. Вроде как чисто. Вроде как. Значит, что мы берем? Вот эту вот рекомендованную смазку. Называется Castrol Complemix какая-то. Видите, зеленая она. Откручиваем. Вот она, зеленая. И начинаем. Маску. Вот так. Я думаю,
достаточно. Смажем, помажем. Я думаю, достаточно. Это я на ютубе высмотрел, что такую смазку желательно использовать. Ну вот я и решил. Хорошо, заделали. Ну, так как она была смазана,
хорошо. Я думаю, что мы особо ничего не услышим. Ну, как-то так. То есть, одно сделали. Одно мы сделали. Эта штука же снимается. Замазался. Замазался, замазался. Замазался. Эта штука же снимается. Одно мы сделали. Так. Дрель. А как же дрель разбирать? Мне кажется, дрель разбирать это посложнее будет. Хотелось бы ее смазать. Ну и не знаю как-то. Как это делать? Как это делать? Это делать сложно. Вот это надо снять. Раз, два, три. Боюсь, что я еще и не соберу. Поэтому оставим это, эту затею пока. Оставим эту затею на потом. Куда тебя положить? Чтобы ты. Так. Вот так. Теперь берем эту. Тут у нас дрель. Дрель, и тут ее надо разобрать. Боюсь, что потом могу и не собрать.
Боюсь, что ее потом и не собрать. Так, но у меня же еще есть. А где еще? Одна болгарка большая там, поменьше там. Ну, пойдем-ка посмотрим. Так, это можно убирать уже. Она нам не понадобится. Не понадобится. Не понадобится. Большая дрелюка, маленькая дрелюка. Вернее, болгарки. Попробуем смазать вот эту большую. Привыкли. Руки к топору. Это я зашла во двор в снеге. Уж от света я иду. Ну что? Такая печка лезет в свою руку. Носом. Сразу едем или погодя?
Вот незадача. Хотя дача, везде надо разбираться. Как это работает, что это работает. Как это работает, что это работает. Где это работает. Ишь ты. Охренеть. Охренеть. Наконец-таки. Так. Тут у нас. Это на шестигранники. Глаз, вытри паз. Глаз вытри паз просто-напросто. Сорвали. 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 А то что? Сейчас я вот эту смажу и поедем. И надо будет мне эту рабочую одежду купить, потому что я все позамажу. Хаки-шмаки.
Чего? Ну что, более-менее суховато. Суховато более-менее. А тут смазка есть. Смазка есть. Значит, начнем. Опять все это убирать. Смазка есть. Смазка есть. Смазка есть. Такая. Смазка есть, смазка есть. Хорошо набивает смазкой. Это радует. Радует, радует, радует. Радует, радует, радует. Радует, радует, радует. Радует, радует, радует. Все это плитка поднялась. Ёкарной бабой. Такс. Кажется, можно собирать. Или хотел тут еще немножко. Mm-hmm.
еще одну сделал. Так, вот эту. По быстряку. По быстряку. Глаз вытрепас. Как говорил мой отец, ты себе торопишься, а оно себе торопится. Что тут у нас? Слезалось, что у нас? Слезалось, что ли? Вот это. Ты себе торопишься, а ну себе торопится. Ё-моё, слезалась одна херня, и усё. И усё остановилось. Все. Слезалась. Пошли на обед. Нет.
Chudum darim dabachim bibum Chadam darim dabadum Aye darim darim dabacham didum Chadam darim dibidum Chadam darim dibidum Chadam darim dibidum Солнце бьет в глаза. Так. Итак, к чему мы пришли? Работает, работает. Мы пришли к тому, что сорвали резьбу вот тут. Вот тут мы сорвали резьбу. Вернее, перекрестие сорвали. Всегда какая-нибудь ерунда случится. Вот все идет, 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 а потом такая бац! И вторая смена. Ожиданием мы наказаты, что слова любви прежде сказаты, что совсем другим доверяли мы. Жидкий ключ. Можно, конечно, было бы и так оставить болгарочку. Можно было бы, да? Ну вот, хочется, чтобы вот такая вот смазка ж была. Смазка была Castrol LMX Complex Fat. Вот такая вот. Хорошие отзывы о ней я слышал. Она такая зеленая. Зелененький он был. Ну вот подождем, что тут у нас получится. Не получится. Потом жене надо тяпку наточить. Как раз я буду использовать вот эту болгарку. Ра-та-та-тай, дай-да-да-ди-да. Может одеть перчатки? Отмой потом. Ра-та-да-дам. Нам бы с тобой стрянуться было за полчаса до рясаны. Та-ра-да-най-най-най-най-най. Та-на-най-най. Слова любви прежде сказаты,
что совсем другим доверяем. За полчаса начну. Наверное, смазка отсюда вышла. Акс, ну что с? Встрянуться было за полчаса голосами. Так. Нам бы с тобой встрянуться было б за полчаса до ясны. Мы наказаты, что слова любви прежде сказаты, что совсем другим доверены. Послушаем, как поет скворец. Thank you.
Кажется, вот, все хорошо раскрутилось. Вот что надо вот этой вот было. Ну вот что надо было этой гаечке, чтобы она не крутилась. Просто будем говорить. Просто, просто хочется рвать и метать. Сейчас бы уже давно все сделал, а сейчас я буду думать, придумывать, как эту штуку вывернуть. Нам бы с тобой стрынуться было бы. На полчаса завязаны. Обкручивается и все. Обкручивается и все. Скорее всего, придется так оставить. Сейчас. Пара-тройка попыток. И на этом, как говорится, закончим. Пара-тройка попыток. Что совсем другим довернемся мы. Испортил биту. Знаешь? Кажется, настырность не доводит до добра. Это ж биты для маленьких болтиков обломил. Ну, я думаю, можно наточить, а потом мы на это, когда сделаем, подточим, она еще попрет. Итак, что же делать дальше? Да-да-да-да-да-да. Ну, попробуем вот этот. Или вот этот вот. Сначала этот. Нам бы с тобой стрынуться было. То есть расчет на то, что пролезет. Не. Пролазит и, как говорится, не лазит. А если этот шестигранник, он должен быть тоньше. Сделала вы.
пылинку, вся эта крестовина слезалась, и ничего не получается. Так что смазка отменяется. Ну, насколько я так видел, в тех двух болгарках, там довольно-таки много масла было. Да и тут она выдавила. Просто не это зеленое масло, но обычное будет. Оставляем. Ходите. Мэм, ходите. Так ты ж снимаешь. Тебе тут я не хочу сниматься. Ну а ты там возьми, что там сядь. Так ты сидишь на солнце. А тут солнца нету, ладно. А ты сел этот мокрый. Кресло-то мокрое. Кресло? Ну, оно ж тряпочное, а дождь мочил-то его. Не, ничего я не чувствую. Через подушку не прошло. Нет. Все нормально. Ну, вот так, короче, сделали. Сейчас прикручиваем. Прикручиваем, да и все недолго. Подумаешь-то. Это, слушай, я внизу нашла эти бумажки, Леня. Там какой-то кружок, вот этот шлифовальный. Может, это вот как раз стереть от болгарки. Ну, надо посмотреть. Сейчас я эту кучку тебе уже все принесу, чтобы она была тут в чем-то валяющаяся. Ну да. Или это ты туда вниз понесешь, в подвал? Это где все лежало? Вот это? Да. Это все в подвале лежало. Ну ты там выложи его, чтобы было видно, я что вы, это... Я выложила, ты увидишь. Да. Ну все тогда. Сейчас я тут почищу. Там я на солнце внизу, прям вся зажарилась. Ну да. А тут вот под ветерок, тут уже прохладно. Ну да. Ну не так уж прохладно, но... Федор, ну иди, пожалуйста, ну это же невозможно, а? Ну невозможная собака. Ну где укусила его пойти? Пойдем, сейчас укуси его какие-то. Что совсем другие материалы свои, да получается вода ясная. Да.
окончательно все слезалось. Все слезалось, залезалось. И на дно уволоклось. Пацана это не съела, ездили на соревнования в Таганрог. Вот. Было свободное время, а это, пошли в торговый центр, вот этот мармелад. Помнишь, что едешь все время, указатель мармелад, мармелад. Вот. Ела там как стала, ой, такая хорошенькая, то-то-то-то-то. Буду жить? Нет, ну... Хотела купить, она это, мы особо денег не брали, так мне это, ну и особо нету. Но она говорит, если когда вы поедете в Таганрог, может там летом или когда соберетесь, нас с Евой возьмите, мы это, побегаем еще по этому мармеладу. Я говорю, ну мы будем иметь в виду, как если надумаем ехать, скажем вам. Это совсем другим давит радостный. Были какие-то соревнования в Таганроге опять. А чем ты будешь точить эту тяпку? Так, это у нас готово. Отлаживаем сюда. Сейчас будем точить. Это у нас надо собрать. Теперь все остальное мы собираем. Смотри, это дорогая штука, ты ее особо никому никуда. Я. Мосик, особенно ты не бери. Знаем тебя. Федя тут вообще все разбазарить. Так. Теперь это все мы, кроме вот этой вот поломатой, это мы возьмем, если не забудем, сейчас будем делать. Шестерка. ПЗ-3. 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 Ага. Это не тут должно. Ага. Сейчас растасуем. ПЗ-3 сюда. Раз. ПЗ-3. Два. ПЗ-2. Сюда. Еще ПЗ-2.
один. Нам бы с тобой встретиться было. Так, это у нас есть. Это тут круг такой сыкой. За полчаса на ясно.